Всем привет, с вами Филипп, и мы продолжаем играть. Так, что у нас там? Доступное новое дело. Что за новое дело? Нам надо быстро приехать и узнать, что за новое дело. Что еще за музон есть? Ауч. А, да блин, задолбал, давай, едь. Вот так вот. А он так просто залезет на меня? Не, нифига. Он не мастер. Вышел лазить. И чё у нас за новая миссия? От копов. What do you know about the underground racing circuit? Well, they drive fast. Occasionally they crash into something. Yeah, and occasionally they. А, да, мы сейчас гоняться будем. Manslaughter at best. But these last couple of files don't feel like manslaughter to me. It's got more of a. Сейчас самая сложная миссия будет. You want me to check it out? Это гонка. Yeah. Get into the circuit and see what you can find out. All right. See you. Да, сейчас очень будет тупо. Сейчас будет гонка. Напиши Джеки СМС. Джеки, кому позвонить про гонки? Так, эй, это друг одного друга. Это друг одного друга, большая шишка на гонках. Я передам ему, что ты звонил. Звони Эйсу. Yeah, I'm Wei. Wei Shen, you up for a race? Yeah, sure. Long as you don't mind losing. Так, ну нам надо попытаться не поиграть. Вот, это босс этих псиных глазов. Так, вот наш босс, Джеки Ма. Так, Чу Голден, это мать вот этого чувака, Винсена. Ну, у них там заморочка очень большая. Прыжок смертный. Так, сядем, давай садись. Если не плохо. О, тачка. Фига себе, тачка тут стоит. Красиво. О, как раз на ней поедем. А, это ей надо было взять тачку. Ладно. Попытаемся выиграть. Так, двинься. Так, все, мы близко. Так, пропусти меня. И с кем надо гоняться? Где он? Вот с этим. Ну, будем со всеми, а кто тут этот Эйс? 3, 2, блин, это вообще жопа сейчас будет. Гонки в Sleeping Dogs. Блять. Извините, я думал, это как нет в форспидах, там есть тоже девушка стоит, но ее можно сквозь проехать. Я же не думал, что тут я сквозь не проеду. Блин, это ж жопа будет, я не могу догнать их. А, блять, сюда надо. А, теперь сюда надо. Плюс я еще их не догнал. А ничего, если я приеду там, ну не последним там, третьим, вторым? Меня же не убьет? Супер, блин. Ну зато я второй. Осталось догнать первого. Так, иди в жопу. В жопу иди. В жопу пшел. Вот так надо. Не подпускать их к себе, там они врезались. Некоторые. Давай. Бля, как же он далеко угнал. Точнее, не так там далеко, но гоняет он быстро. И как я собираюсь его догнать? В тот раз я с первого раза это прошел. Не знаю, получится ли сейчас. Так, ну, где-то уже 50% закончены гонки. Надо попытаться его догнать за эти далеко от нас. Надо как-то попытаться этого догнать.
Так. Да, детка, он врезался. Врезался об эти и замедлялся. Блин, твою же мать. Только попробуй догнать. Оторву яйца. Даже не вздумай. Я тебе что сказал, иди в жопу. Мне плевать, что урон частный, собственно. У меня тут гонка. Так, маленькое пространство. Нам не мешает выиграть. Ну все, мы уже близко. Главное, чтобы нас не обогнал в конце. Как это любят некоторые гонщики. Вау. Да, тоже с первого раза прошли. Готово. Поиграю в него проиграл. Чё, реванш что ли сейчас будет? Everybody knows I'm the best driver in the city. Everyone. Oh yeah? I'll take you down too, hotshot. Just as soon as my car is fixed. Красота. Все. Припаркуемся вот тут. И оставим их. А что-то сорви голове, разблокируем машину, сорви головы. Так, тебе доступны гонки для байков класса Б. Вэй, мне нужна помощь. Тебе нужна помощь? Че это такое? А че такое желтое? Я хочу так узнать, что такое желтое. Так какого фига? И че, надо стрелять? А что это такое? И в кого стрелять? Чтобы высунуть из окна, ну... А, во! Нифига себе, просто захотел в желтую залезть, а там надо кого-то убивать еще. Ман, вау! Вот это улет. Блять, как же он меня испугал. Перезарядить. Это... Блин, что-то перезарядка И прицеливаться очень как-то не так сделано. Так. Вау, вау, вау. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Хорошо, что бесконечные патроны. Так, один там. Сейчас перезарядимся. Так, идите с дороги. Он еще не убит, что-то как странно. Вот так вот. Вообще так круто сделано. Game over. Так. Эй, высунись. Ладно, пока нас не догоняют. Так, 3, 2, 1, все. Так, давай, опа. Желтая пушка. Вообще так прикольно выглядит. Эй, там еще одна. Вот так вот. Надо в колеса им стрелять. Так вам. Так, перезаряжайся.
пока не до нас доедут. Так, все, приехали, приехали. Вот так вот, сейчас тройной взрыв. Долго нам еще ехать? И куда мы едем? Ну, ничего себе, на него все потратил. Давай, в колеса. Фа. Че, последний остался? Или там еще дофига их будет? Так, еще два. Я не понимаю, что мы делаем. Либо это просто как бы... Не знаю, как назвать это. Так, иди в жопу, машина. Так, давай. Блин, сколько их там еще? Я уже весь в крови. Давай. Дохни. Блин, еще двое. Не надо было на желтую заходить, теперь понял, не буду заходить на желтую. Давай. Блин. Так, иди в машину, в жопу. Не лапай ее. Так, иди в жопу. Так, хорошо, улетел туда. Это. На. Нагнитесь, подобрать больше патронов. Ну, это я понял. Он еще плюс перезаряжается по пути сам. Когда залазишь в машину. Бум. А ты можешь сменить там музыку в радио, либо включить ее? А тут что-то как-то тихо, стрёмно, неинтересно. Вау, вот это взрыв. Давай. Если это так вечно будет продолжаться, я не смогу. Так, подбирай патроны. А тут гранату нельзя в них кинуть, так бы легче и прикольнее. На, сам улетел. Не виляй. Блин, еще два. Три. Четыре. Столбали уже, сказал. Так, хорошо взлетел. Ты чё врезался? О,
выйдите из машины. Вышел. А, вот, что за фигня. Все. Еще триады. А что так мало? Я так долго ездил и гонялся, блин, стрелял. А мне такое мало сделать, так ты конечно. Честно, буду всех людей бить за это. Че зонтик открыл, знаешь, как весело, когда дождь капает. Че сказал, ты знаешь, как весело. И ты тоже убрал, живо убрал. Тебе красный не идет, ты понял меня? А ты вообще этот зонт не открывай, ты меня понял? А ты получишь сейчас своим зонтом желтым. На! Куда погнал? Вот так вот. А, не, это уже гонка, я думаю, опять желтая. Не буду ее теперь ненавидеть. Плюс Малдер. Че они там пипикают? Все равно никого не спасают. А, он спасает. Ладно, я его убью. Пока он не успел спасти. Так, а это уже уехал, да? Да, тот уже уехал. Ладно, всем пока. С вами был Филипп. Мы проходили игру Sleeping Dogs. Подписывайтесь, ставьте лайки. И ждите продолжения. Иди сюда.